Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу сделать обзор новинки от фирмы Миниарт, европейская железнодорожная колея. Вот. Для любителей диорамы очень хороший набор под артикульным номером 35561. Как видите, хорошая красочная упаковка. В набор входит 136 пластиковых деталей и размер полотна 686 мм. Открываем коробочку, смотрим. В пластиковый пакет упакованы литники. Литников получается 8 штук. Они все одинаковые. Хорошо упакованы. И также в набор еще входит инструкция, отпечатанная на листе формата А4. Как видите, все подробно, очень качественно отпечатано. На обратной стороне ничего нету. Сейчас вскроем пакет и посмотрим на сами пластиковые детали. Достал литники с пакетов. Вот, как видите, 8 одинаковых литников. Ну, сейчас рассмотрим поподробней само литье. Как видите, шпалы даже выполнены с имитацией трещин. Очень хорошо выполнены накладки и костыли на накладках. Видите, очень все хорошо отлито, хорошо сделано. Все ровно, четко. Стыка пресс-форм практически не видно. Вот, ровная поверхность. Все сделано на 5 баллов. Также вот посмотрел поподробнее. Можно сделать как одно длинное полотно, которое будет 60 сантиметров. А можно также разделить на две части. Вот здесь получится 30-сантиметровое полотно. И здесь 30-сантиметровое полотно. Или сделать двухколейку, или использовать на разные диорамы. Как бы каждому свое, кому что нравится. Но набор очень хороший, практичный. Поэтому, друзья, рекомендую. Кому понравился, стоит такой наборчик приобрести. На этом буду заканчивать обзор. Спасибо, друзья, за просмотры, за комментарии. До новых встреч!